Ну что, Светлогорск, встречай команду из Владивостока! Погнали! Светлогорск, посмотри на сцене снова красный лист. Движем панк, жарим рок, прилетел Владивосток. Красный лист! Это смех и боль, драки и любовь. Красный лист! Только для своих выучи пароль. Паша Лов стирает в кровь, Игорь наточил морковь. Кто поможет взять Кивин? Это Рома Головин! Ну что, Светлогорск, спасибо, пока, я на пляж. Рома, что ты делаешь? Нельзя просто так взять и забрать то, что ты хочешь. А Макдональдс? Ну, будет у нас не Кивин, а птица и точка. Рома, ты ведешь себя как ребенок. А я и не отрицаю. Я хочу гулять и титю. Для мужчины на отдыхе это нормально. Я не хочу засыпать с Кивином. Если бы я хотел засыпать с кем-то холодным, с огромным клювом, я бы позвал Алену. Не обращай на него внимания, лучше спой. Не вопрос. Однажды вечером, вечером, вечером мне в Светлогорске, как обычно, делать нечего. В пятилитровке был вискарь, была потеряна мораль. И так случился первый раз мой заедать. Достаточно! Мы взяли с собой классного певца, Илья, спой. Это что за хренотня? Это инди-поп. Инди-поп? Какое тотальное попадание в целевую аудиторию. Сейчас мужики в зале, которые перед концертом по три рюмочки приговорили, такие: «Толян, не могу, душа инди-попа просит». Так пойдем на КВН, там по-любому у кого-то будет. Я вообще КВН смотрю, потому что там в основном инди-поп. И дабстеп мой любимый про тюрьму. Ром, что ты прикопался? Илья все что угодно может спеть. Да? Меркурий можешь? Show must go on. Алепса? Я тебя не люблю. Асташевского? Что ты делаешь? Сейчас до Губина дойдем, он сопьется и исчезнет. Да хватит! Алена, спасай ситуацию. Давайте. Осенью в дождливый серый день самокат в аренду взял олень. Он летел по скользкой мостовой и вписался в майбах золотой. Теперь не ходит в туалет по своему хотению. Достаточно! Алена, ты мне напоминаешь лестницу с пляжа. Просто бесишь меня! Рома, мы так вообще ничего не получим. А я сюда не ради этого приехал. Я приехал свою личную жизнь налаживать. В прошлом году я подкатывал к Алле Михеевой. Как насчет курортного романа? Ну, что-то не получилось, потому что за год, да, ни звоночка, ни смс-очки. Вообще ничего, да? Да все, сиди. Поэтому в этом году цель Люся Чеботина. Потому что она наша землячка. Она тоже с Дальнего Востока при первой возможности свалила. Поэтому, думаю, будет позговорчивее. С чего ты взял? Ну вот, посмотрите на экран. Людмила Чеботина. Сердце не занято. Поэтому предлагаю небольшой романтик на вечер. Возьмем пиво, раков, чипсов крабовых, Алла, это могли быть мы. Потом поедем на могилу. Тоже мне свидание. Потом на могилу к Игорю. Ну и ночью вдвоем, голенькие, купаться банально в караоке. Алла, не кусай губы, съемка идет. Ром, ну какая Люся Чеботина? Она красавица, а ты пачку майонеза как детское пюре высасываешь. Я не понял, это что, намек на то, что я толстый? Так, свиньи, стойте здесь, выноси! Я ради тебя похудею. Включите музыку. Ну, я могу включить свой плейлист для секса.
Давай, он же где-то должен сыграть хоть раз. Серьезно, Газманов? Ну я для Светлогорска собирал. Включите нормальную музыку. Люсь, а вы любите пазлы? Просто с коленями придется повозиться. Ром, ну ты же видишь, ничего не получается. Тогда я буду петь. Я и ты, один мир во всей вселенной. Я тебя прошу лишь одного. Это что такое? Вообще-то это солнце Монако, там не только припев есть. Что там, Михеева и Чеботина уже за меня дерутся? А ты что, сам не видишь? Нет, вы же свет выключили. Ром, ты же понимаешь, что этого недостаточно? Да. Ну тогда я ускоряюсь! Все! Я думаю, она готова. Цветы! Я пошел. Рома, стой! Я погуглила, у нее парень есть. А как же Вокруг ТВ? Там неправда. Да где сейчас правда-то вообще? Все, заканчиваем! Ребят, прошу прощения, у нас технические неполадки, к вам сейчас подойдут. Ребят, номер с беговой дорожкой нужно полностью переснять. Понял, что-нибудь придумаем? Друзья, знаете, мы считаем, что мы заслужили большой кивин в золотом. Ведь мы сюда летели 11 тысяч километров. Да хватит клянчить! Ну ты что думаешь, только нам тяжело? Ты сюда хотя бы на самолете прилетел, а полуостров? Сейчас из Крыма ходят только ноги. А сборной моей, думаешь, легко? Выступать? Жить, ты их видел? Самолеты они собирают. Себя пересоберите как-то. Ну да, так-то все достойны. Ты что, сдался? Да блин, я запутался. Что делать-то? Да расслабься, Игорь. Я вообще не понимаю, чего все так пыжатся, клянчат, выпрашивают. Голосящий кивин, он как выпускной. Все веселятся, отдыхают. Ведет прикольный чувак. Но все хотели другого. И неважно, как это все закончится. Перепадет клево, нет, главное до дома добраться. Цветное небо, и над моей головой мерцают звезды матовым светом. И я издалека, но свой. Мне нравится это. Просыпаюсь и понимаю опять, что нету лучше города в мире. Хочется Светлогорск обнять прямо в эфире. Е-е, 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 е-е. Команда КВН «Красный лист», спасибо!